Феррейра подключается в атаку. Здесь слева от него Криштиану Роналду, справа Деку. Пас Деку, Деку. Опасно бьет. Деку закручивает мяч, и он влетает в левый нижний угол ворот Малафеева. Деку блестяще все сделал в середине поля. Сыграл с Феррейрой. Криштиану Роналду ушел на левый фланг, отвлек внимание защитника. Феррейра отдал Деку. Деку сместился к центру и пробил. Вот мы смотрим, собственно, что рассказывает. Мы все видим. Не входя в штрафную, никто ему не мешал. Игнашевич как-то...